От ретро-шедевров до последних чудес техники. Такие машины на дорогах точно без внимания не остаются. Их обладатели не жалеют зелененьких на тюнинг своих железных друзей. Ежегодно любители навороченных тачек собираются на фестивале Upgrade Auto Show, чтобы узнать, чей бампер круче и у кого лошадиных сил больше. Как говорится, встречают по одежке, а провожают, предварительно заглянув под капот. Чтобы произвести впечатление, одних внешних данных этим красоткам недостаточно. Нужно превратить свой автомобиль в настоящего монстра дорог. Как правило, на апгрейд таких машинок хозяева тратят даже больше, чем на покупку. Но, по их словам, оно того стоит. Тем более, когда труд оценивается по достоинству. Сегодня я выиграл первое место в разделе тюнинга на своей машине. Машина Nissan Fairlady Z. Переделана немало, я скажу. Сюда пришла она в стандартном виде, в заводском. Здесь были переработаны под капотом все агрегаты. Внешний стайлинг, внутри интерьер. И все это как бы делалось с учетом эффектности и, естественно, улучшения характеристик заводских. Теперь победителю предстоит оставить своего верного товарища на некоторое время дома и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты в известный Ferrari Park. Так сказать, черпать вдохновение. А вот приглашенный гость фестиваля, официальный диджей Джастина Тимберлейка Freestyle Steve, который раскачал вечеринку своими треками, считает, что его авто ни в каком тюнинге не нуждается. Машина ведь даже круче, чем у Джастина. Конечно, моя тачка круче, чем у Джастина. Он ездит на Audi A2. У меня, в принципе, такая же, но моя все равно круче. Довольными остались не только автолюбители, но и зрители, которые уже в предвкушении, чем будут удивлять участники феста в следующем году.